Сегодня на пресс-конференции представители 7 политических партий и общественных организаций сообщили, что, несмотря на запрет властей, собираются принять участие в шествии. По их словам, отказ получен лишь на шествие по центру города. Участникам марша предложено собраться на окраине. Организаторы обещают действовать исключительно в рамках закона, хотя уже на пресс-конференции открыто и даже яростно демонстрировали свою приверженность националистической идеологии, используя военизированную форму, манеру говорить и характерные жесты. Русские не потерпят никаких ущемлений своих прав на своей земле. Если нужно, будем сражаться. Но никто не посмеет командовать нами, управлять нами. Я закончил. Добавлю, что организаторов русского марша после этой пресс-конференции встретили сотрудники правоохранительных органов и предложили всем проследовать в отделение милиции, где националисты находятся до сих пор.